Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 8 на странице 43 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Начертите тетради два отрезка так, чтобы длина одного из них была на 6 см меньше длины данного отрезка АБ, а длина другого отрезка на 2 см больше. Назови отрезки. Сначала давайте мы с вами узнаем длину этого отрезка. Длина отрезка АБ равна 13 см. Теперь мы должны будем начертить отрезок, который на 6 сантиметров меньше. Узнаем его длину. С 13 вычтем 6, получится 7. 7 сантиметров. Значит, мы должны начертить отрезок длиной 7 сантиметров. Обозначим этот отрезок. ВГ. Теперь мы с вами другой отрезок должны начертить на 2 сантиметра больше данного. К 13 прибавим 2. Это получится 15. Значит, мы должны начертить отрезок длиной 15 сантиметров. Этот отрезок мы обозначим DE. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.